Друзья «Торпедо» в гостях у клубного «Талисмана». Воспитанники детского дома номер 2 побывали в зоопарке парка Швейцария, где находится штаб-квартира «Тора» – «Талисмана» Нижегородского клуба. Его младшего брата Торика дети видели на матчах «Торпедо», а вот с самим Тором встречались впервые. Мальчишек и девчонок сразу же заинтересовало, а какие клубные традиции связаны с живым «Талисманом», насколько редкой является порода оленей Давида, почему у Тора такие маленькие рожки. Пришлось объяснить, что Тор еще молод, ему всего второй год, и он сейчас отращивает свои первые в жизни рога, что его порода входит в Красную книгу, а традиции с ним связанные только начинают разрабатываться, потому что Тор переехал в Нижний Новгород недавно и первым делом осваивался на новом месте. Похоже, освоился. Он самый спортивный, самый красивый, самый веселый. И лучше его талисмана, я считаю, что не найдешь. Разумеется, с другими обитателями зоопарка дети тоже познакомились, но персонально попрощались именно с Тором. Торик, пока!